Дружественные союзы, новые перспективы. По такой эгидой в области развивают промышленное производство. В июне глава региона посетил с бизнес-миссией Чувашию. Деловые переговоры между соседями продолжили в Екатеринбурге. Здесь прошла международная выставка «Иннопром». И через некоторое время уже в областной столице журналистам сообщили – сотрудничеству быть. Соответствующие соглашения заключены. Предприятия уже начали совместные проекты. На самом деле уже в Челябинской области работаем последние несколько месяцев очень плотно. И эта работа направлена прежде всего на то, чтобы усилить взаимные возможности и найти кооперационные цепочки, и таким образом их организовать, чтобы с одной стороны усилить возможности каждого предприятия, а за счет усиления или соединения возможностей выйти на новый уровень. Работать будут по пяти направлениям – машиностроение, электроника, композитные материалы, агропромышленный комплекс и карбоновые полигоны. Именно эти элементы лягут в основу укрепления двух регионов. Если перейти от слов к фактам, концерны с Чувашии и тракторные заводы уже заказал у КТЦ «Металлоконструкция» поставку гидравлических цилиндров для испытаний. Компания «Полесье» ведет работу над созданием продукции, копии техники, которые выпускают концерн тракторных заводов. Это презентационная продукция. Компания «Поликом» и «Автосвет» работают над импортозамещением ряда комплектующих, которые опять же используют в своем производстве концерн тракторных заводов. Алексей Русских добавил, в межрегиональном сотрудничестве большое будущее. На каждом из предприятий соседних регионов используют уникальные технологии. Они постоянно меняются. А для того, чтобы быть в курсе всех инноваций, нужен обмен бизнес-миссиями. Александра Никитина, Александр Кудряшов, Управда ТВ.